Khalifa, that is, we own it. Эти полосочки означают, что здесь камера над дорогой, и мы должны проехать не более 30 км в час. 30 миль. Почти нету, как в наших, как на Украине, в России все гоняют и не соблюдают правила дорожного движения. Здесь не соблюдаешь правила дорожного движения, получаешь штраф. А потом, после штрафа, там, по-моему, больше трех раз, если ты получил, если ты нарушил, отбираются у тебя права. То есть ты по новой пересдаешь. Все, и твоя жизнь забрала. Это все на благо тебе, на благо каждому человеку, потому что, соответственно, ты будешь следить за правилами дорожного движения, соответственно, ты сохранишь свою жизнь. Ну, в общем-то, и все. Так, надо мне навигацию включать, потому что дорогу уже не знаю.